Пойдем в второй класс. Я вам сделал соль. Да. Пошлите уже. Я рада вас всех видеть. Настроены? Замечательно. Мы помним, да, что у нас один шарик на двоих. И я же вдвоем не выпускаю шарик, только тогда, когда мы становимся салютом. Выпускаем салюты шариком, да? Внимание, школа! Школа, равняйсь! Смирно! Вольно! Доброе утро, дорогие гости, ученики, учителя и их родители, и учителей, и учеников. Доброе не только из-за ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несет. Ведь сегодня день начала учебы. Новых встреч с огромным миром знаний, которые откроет для вас школа. Доброго настроения вам и тем, кто пришел сюда в первый раз. И тем, кто прожил столько интересных и полезных лет с нами. Вот и пришел сентябрь. А вместе с ним и вы во двор нашей любимой школы. Посмотрите по сторонам. Рядом с вами учителя и друзья, по которым вы так скучали. Посмотрите внимательнее. Друзья изменились. За 3 месяца они повзрослели ровно на год, ведь вы пришли в следующий год. Сентябрь наступил, закончилось лето. Пришел праздник знаний, учебы и отметок. Дети, родители, учителя, с праздником поздравляю вас, друзья. Наступает торжественная и волнующая минута на нашем празднике. На линейку приглашаются первоклассники под бурный шквал ваших аплодисментов. Встречайте, ученики 1-го А класса и классный руководитель Балыбердина Нина Владимировна.
Владимира. Педагогический и ученический коллектив школы номер 1250 к началу нового 2017-2018 года готов. Разрешите линейку, посвященную Дню знаний, считать открытой. Линейку, посвященную Дню знаний, открыть. Для поднятия флага Российской Федерации и флага города Москвы приглашаются Ельцов Виктор и Афонин Иван. Россия, Россия, державы великие, родная, могучая и многоликая, тебе вдохновение и жизни исток. А школа родная, твой островок. Пусть сердце громче звучит, гимн нашей великой России звучит. Внимание, школа! Под гимн Российской Федерации стоять смирно! Самые наилучшие, самые теплые пожелания и всем отличного учебного года. Спасибо.
учитель, первый звонок, первая буква, первое слово говорит на доске, первый букварь и задача на руке. Оркестры играют, речи звучат, школа приветствует новых ребят. Школу мы встречаем наших первоклассников! Ура! Аплодисменты! Спасибо большое выпускникам 2017 года. По традиции, хозяева
школы нынешние одиннадцатиклассники передают ключ знаний новым ученикам. Лебедева Лия и Рясина Наталья передадут ключ знаний первоклассникам Каирову Эмилю и Олейникову Алине. Дорогие друзья, они не могут делать это в тишине. Аплодисменты. Теперь совершенно точно наши первоклассники с легкостью будут получать знания. Внимание, школа! Звучит гимн школы номер 1250 в исполнении АБ Аси. Настает тот торжественный момент, ради которого мы все собрались. Внимание, школа! Сейчас прозвучит первый в этом учебном году звонок. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 Б класса Фомину Олегу и ученице 1 Б класса Рыжовой Ксении. Дорогие друзья, по нашей традиции, которая была введена в 2007 году, наше троекратное ура! 3-4!
получали учебники, то чьи родители приходили, у них учебники вот на парте. Поэтому можете сейчас аккуратно. Или пусть они лежат, папа нас пофотографирует, да? Нет, да. Я учебники дома. Замечательно, не надо было приносить. Просто я тоже. Оставляем вот сюда. Сейчас вас немножечко пофотографируем. А второй урок у нас классный час. Кувыркается шарик, представляете? Даже немножко жалко, конечно, не было, но пришлось. Сейчас мы будем уже все-таки забирать вещи на машину.